Продолжение темы. Честный рассказ о себе и своих близких, сокровенные секреты и незыблемые традиции. В гимназии номер 16 «Интерес» прошла акция «Семейные хроники». Она направлена на укрепление связи между поколениями, а также призвана привить детям любовь к семейным обычаям. Акцию провели в рамках фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». Привести частичку, которая напоминала бы нам об этом путешествии. Таким образом, образовывается небольшая коллекция из мягких игрушек, магнитов, монет. Это семья Митрофановых. В акции они участвуют со своим проектом «Игрушки из разных стран мира». США, Катар, Финляндия, полуостров Ямал. Каждую выбирали с любовью. Вот эти игрушки вот были куплены в этом музее. Это игрушка тиранозавра. В историческом музее он, соответственно, живой, он издает разные звуки. Митрофановы в подобной акции участвуют впервые. Любовь, как хранительница очага их семьи, считает, что такие мероприятия очень полезны и для детей, и для родителей. Семья, наверное, в первую очередь, это огромная любовь, это поддержка. А в любых ситуациях ребенок участвует не один, а там приходит целая семья. То есть такая вот для него поддержка. Поддержать своего сына сегодня пришла и Анастасия Горбанева. Вместе с Иваном на акцию они принесли коллекцию колокольчиков. Она стала своего рода связующим звеном нескольких поколений их семьи. Стала увлекаться бабушка, на самом деле, этой коллекцией, и собирает она ее уже порядка 10 лет. Когда-то кто-то ей вообще привез, как сувенир, подарок, колокольчик. Участвует в создании коллекции вся семья, она у нас большая достаточно. Когда собирается вся семья, мы все время, обычно, эти колокольчики, кстати, и рассматриваем. Потому что, на самом деле, бывают они привезены, когда вместе ездили в отпуск. И есть что вспомнить. А вот сладкоежка Намин презентовала свою личную коллекцию. 19 конфетных фантиков. Ее гордость. Про каждый из них может рассказать без запинки. Золотая пара. Я ее тоже очень люблю. У нее очень вкусная начинка. Это шоколадная конфета. Например, карамель «Москвичка». Ее очень любит мой братик младший. Акция «Семейные хроники» проводится ежегодно в рамках фестиваля национальных культур «Радуга дружбы». В этом году участие в ней приняли 26 семей. Каждая получит почетные грамоты, а лучшие проекты отметят особыми подарками. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.